значит, белила, голубила. Вот небесно голубая. Угу. Она тебе не даст сильной яркости. Угу. Что это придет? Слякотно. Так как покроешь, так и будет. Не сильно слякотно. Не сильно. В любых направлениях единственное что, что можешь сразу небо устроить каких-то. Да. Можешь помогать себе ручкой. Снизу все более темно. Сгущается, дымка сгущается. Облака, горы сверху более освещены солнцем. Снизу они все более в непонятной дымке. Но она такая имеет такой сизый вид. Или, допустим, можно себе ручкой помочь. Или можно немножко себе помочь кисточкой, создать вот эту дымочку. Да? Желтый треугольник. Оставляем полосу, где у нас будет зелень. И у нас отражение воды. Мы помним, что все отражения у нас вертикальные, размытые. Оловянная, деревянная, стеклянная. Тоже а потом, да, ну сначала кисточкой набросаешь, можно, допустим, себе эту размытую создать пальцем, можно тряпкой создать, можно кистью создать, можно мастихином создать, как удобно. Вот и средняя часть у нас непосредственно идет зеленка, в которой будет потом произрастать желчь. Хорошо? Да. Такие пикообразные, и когда у тебя теряется задничек, вот там, задник, он чем дальше у нас объект находится, тем больше плотность воздуха, и он, да, сливается и менее виден. Единственное, что можно для эффекта какие-то вершиночки показать на заднем плане, и вот они создадут вот эту иллюзию пространства. Зачем? Сейчас все на иллюзиях. Давай, так хорошо. Просто меньше вот этих пирамид. Чем дольше ты вот с ним возишься, тем больше он краска подсыхает. И тем сложнее тебе потом здесь навести вот эту вот муть. Когда она подсохнет, тебе легче будет навести вот эти акцентные вещи световые. Это да. Но вот это вот муть-мутатин, тебе будет все сложнее и сложнее сделать. Тебе нужно будет опять возвращаться к разбавителю и так дальше. У нас есть вещи чуть темнее. Правильно? Да. И себе их сюда. Помнишь, да, что живопись маслом мы идем от темного к светлому. Мы всегда все это можем потом высветлить. Представь туда, мастихина, ну что, все же на палитре мешает. На заднем плане тоже какие-то деревья, они вертикальное происхождение. И оно пока все мутно. Ставишь себе
Сначала палочки. Да. Сколько их там было? И потом елочки, от них идут. Ага. Вот эти 2000. Ну, в общем, сейчас у меня голова болит. И обращаю кисть туда-сюда. Есть елочка? Угу. Да, есть. Возле елочки кустик какой-то. Там елочка. Причем эти две елочки, они вместе. Угу. Да, они не отдельно стоят друг под другом, а вместе. Хочешь, я рано утром? Вот, давай утром начнем смотреть. Да. Ну и так далее. Угу. Лес? Угу. Так, что-то перекрываешь друг друга. Никогда не расставляй их как солдата. Раз у тебя так получилось, мы засунем там еще что-нибудь. Чтобы это было как бы одно впереди другого, одно впереди другого. Так, ну что, светлые части. Себе как ориентир. Нет. Ну же пикши, по-моему, сильно. Вот это у тебя, наверное, поближе стоит. Вот эти вот впереди. Эти же ты все-таки не опустил. Не опустила, таки елка впереди. Где? А сзади, но не впереди. Вот эти два солдата, они тут самые близкие находятся. Так. Бросили вот эти световые. Тут до светло все, да? Да. Угу. Раз этим светом ты и вот это озеро очертишь. И очертишь. Угу. Сейчас еще раз его. Потом возьмешь кисточку, той, которой ты вот это вот делала. Вот такая. Ага. И набросаешь точно так же световые. Посмотри, покажи мне, где там световые у тебя на деревьях. Где? Ну и здесь вот. Тоже где-то, вот. Где-то присутствует, чтобы не было дерева таким вот скучным. Угу. И здесь. Если надо, потом еще теневые. Ну, елки это вообще милое дело. Как рука двигается, так и елка. Помнишь, да, что в воде они темнее? Нет. Что-то не валятся у тебя, ну что ж такое, Свет? Отверстие выбрось. Ну и там какие-то отражения тоже есть. Угу. Не такие длинные, но уже деревья стоят дальше. Если эти ближе стоят, значит и отражение от них ближе. Да? Потом облака там могут отражаться? Да. Отразили облака. Тоже мутника. Так. Горы.
Ну да, что-то они там сильно далеко. Вот так, а мы кого-то надо. Это же такая еще будем ковырять потом. Хорошо. Не хочется, чтобы везде вот эта линия береговая была. Во-первых, везде одинаково. Во-вторых, везде одинаково темное, везде одинаково толстое. Допустимо. Особенно, если тебе не хочется уводить зрителя на периферию. Вот, и не надо там сильно все это контрастно проявлять. Можешь. Тоже сюда в отражение запустить тоже свет дает. Да. Части. Уже темно. Внизу. Закрути туда. А где ты говоришь ступеньки? Или камни? Вот так? Да. Вот тут. Все это штука приобрела божеский вид. Не хотят сильно быть прорисованными. Они далеко. Потом можешь кисточку залить немножко в горы. Туман какой-то создан. Что за сосна не светится? Надо будет еще потом на стихи не светиться. Ну вот и вот. Непонятно. Это все равно отражение, что ли? Ну вот все отражения у нас по большому счету. Ну вот этот просто одуванчик какой-то тоже. Посмотри, что будет. Одуванчикость не присутствовала. Ну, тут задним планом еще поработать, там тоже свет может там появиться. Как-нибудь может делиться чуть повыше.
Ну, здесь с горами бы разобрался, пока есть. Пока есть на это время. Можно, допустим, елочка, к примеру, ну, она сильно однозначна. Это прикольно, а это как бы сильно такая морковочка торчит. Ну, залезь и закрась где-то какие-то неудачные моменты. А потом сверху еще раз набросаешь опять силуэтик. Камушки не похожи, но похожи на водопадик. А вы шанку не ставите? Да, стирай. Ну, смотри, если... Нет, ты видишь или не видишь, что получилось вокруг водопадика? Да, 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 да. Ну, поставь сюда вот эту водичку, пусть течет сюда. Да. Здесь, да, ложится. Опять водопадик. Ложится, опять водопадик. И сюда она потекла водичка. И вон она тебе в озеро твое истекает. Угу. А тут стоп, нормально вот такие вот ряды? Ну тоже давай сделаем сюда такие же пару ступчиков. Ну, всегда оно... То есть эти уступы всегда понятны, что тут течет вода. Угу. А? Не, ну ты же сделала. Ты даже можешь... А, вырезал. Ну ничего страшного. Сделали воду, а камни, получилась вода. Нормально. Давай, сделай. Светик. Поняла, что я сказал? Падая, лужица, падая, да. Лужица. Смотри, вот он упал. Вот это может быть самый большой, допустим. Водопадик. А лужица глубокая. Ну да. Там, причем там чуть-чуть этой воды. Светится, совсем чуть-чуть, потому что ты же вот, ну, отсюда смотришь, да? Потом водопадик, причем этот самый светлый, там дальше он мутнее и чуть темнее. Еще, сверху еще один, вот тебе водопад и все. Ну, чуть поаккуратнее сделай. Она лежит, да, она лежит, да, и она сюда входит, смотри. Как бы даже можно сюда ее таким зигзагом сюда загнать. Ну там тень может быть. Но ну, да. Все-таки свет. Но здесь реки лежат. И все, и на руках. Кого на руках? Ничего. А тут, давай тут порухай. Ты что? Сейчас. Як не рухать? Як не рухать? Ты что? Там классно. Так, что тут пересекаем? Ну ладно, там где еще? Нет, там красиво. Ну, там берег. Если слишком. Поставим. Поставим. Тут глупенький проще. Там чуть-чуть накинем. Ага. А вот тут подожди. Рыбочку поставил. Чуть-чуть. Ну хорошо. Так что? Закончил? Так. Так. Так, сказал пулемет.
не бродит, нет? Ты скажешь, а ну верни назад. А ну назад верни. Есть такая тенденция на светлом фоне, на фоне неба. Даже одинокие листья кажутся намного темнее. Предвещено. Знаешь, вот тут, как ни странно, в тени они светлее. А на свету они... имеют такое свойство. Это чуть-чуть можно поизгаляться, поскольку... Шишек? Да-да, поскольку это такая центральная передняя плана. Ну и хорошо. Если чего добавить, то уже не так понимаю, будто не могу на камере. Там вода. Ну ты никогда не видела водопад? Водопад видела? Ну и что? А кубачина? Решены. Мальчик.